День памяти и скорби начался в нашем округе в 4 утра на Аллее памяти. Сюда пришли представители ветеранских организаций и трудовых коллективов, чтобы почтить память павших за Великую Победу. Со Щелковской земли ушли на фронт более 31 тысячи человек, а вернулись только 8345 наших земляков. Там же на Аллее памяти в 11 утра состоялся митинг с участием представителей Совета депутатов и администрации городского округа, волонтеров, членов патриотических клубов. Перед Дворцом культуры имени Валерия Чкалова в 11 утра прошла акция «Свеча памяти». Летчики 8-й авиационной дивизии особого назначения и жители округа возложили цветы к мемориалу, отдавшим жизнь за Родину. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли также в селах Душоново и Трубино, деревнях Медвежьи озера, Огуднево и Богослово и поселке Монино. А зажечь свою виртуальную свечу можно было на сайте деньпамяти.рф. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.